столице 14 часов. Это новости на 24KZ. С вами Динара Саду. Здравствуйте. ЧП в Павлодарской области на руднике Майкаин-Золото в Байнаульском районе. Под землю провалился автобус с людьми. В салоне находились 4 человека, 3 спасателей и водитель. Найденные тела двоих, поиски остальных продолжаются. По данным областного департамента ПЧС, глубина обвала примерно 150 метров. На месте развернут оперативный штаб, из шахт эвакуировали всех горняков. Место происшествия сейчас оцеплено. Специалисты опасаются повторного обвала грунта. Почти 300 технологичных нарушений зарегистрировали в стране с начала текущего отопительного сезона. Примерно столько же в предыдущем. Теплоцентрали и другое оборудование в регионах изношены на 80%. Плачевное состояние ТЭЦ и ЖКХ – результат многолетнего бездействия. Это отметил и президент в своем интервью газете «Егемен Казахстан». Весенне-летний период правительство и акиматы провели работу на проблемных объектах. Задача на предстоящие годы – планомерно обновить сети и модернизировать всю коммунальную сферу. В срочной замене нуждаются лифты многоэтажных домов Тараза. Из 29 подъемников, которые находятся на балансе городского акимата, необходимо поменять 27. По словам жильцов, лифты устарели и часто ломаются. В итоге люди застревают между этажами. Проблему начали решать в конце прошлого года. Уже установили 6 новых подъемников. А когда проведут полную замену, расскажет Анастасия Сулейманова. В 9-этажном доме Александр Ручук живет четверть века. За это время лифт в многоэтажке заменили во второй раз, рассказывает мужчина. Предыдущий подъемник работал очень шумно и с перебоями, а месяц и вовсе стоял. Поэтому зачастую жильцам приходилось подниматься пешком. Но даже после ремонта лифт часто ломался, и люди застревали на полпути. Застревали люди не раз. По телефону у нас же чат здесь по дому. И вот позвонит там, надо как-то вытаскивать, звонишь в аварийные службы там. Или кто-то из соседей звонит. Да бывало там и по 2 часа сидели, пока там эти лифтеры приедут. Обслуживающей такой четкой организации не было, поэтому. Сейчас так. Как ситуация? Ну, лифт новый. Вот, вообще шикарный лифт, конечно. Спасибо руководству. Предыдущие лифты прослужили порядка 15 лет. Их уже сняли с производства. Поэтому и не было нужных запчастей, и изношенное оборудование не могли починить. В 2023 году заменили 6 лифтов. В комплектацию уходит лебедка, кабина, направляющий, противовес. Новое электрооборудование, все зависит, как будут пользоваться жители. То есть не пинать желательно их, ни двери не выламывать. Горгарантия, это то есть на основные узлы, это то есть на двигатель, на трасса. Новые подъемники работают бесшумно, они оснащены зеркалами и современным табло. Рассчитаны на 4 человека, а грузоподъемность 450 килограммов. Из 29 лифтов, которые у нас находятся в городской коммунальной собственности, 27 требуют замены. Мы планируем порядком 10 лифтов отремонтировать. У нас есть 3-летний план замены лифтового хозяйства. Выделено 90 миллионов тенге. Тендер проведен на сумму 88 миллионов 200 тысяч тенге. Один новый лифт обошелся городскому бюджету в 15 миллионов тенге. Завершить замену запланированного количества подъемников намерены в 2025 году. Анастасия Сулейманова, Бахаджан Папаев, Эльдар Байдильда, Тараз, 24KZ. Депутаты Мажилиса разрабатывают проект закона о новых эффективных мерах по противодействию бытовому насилию. Это подчеркнуло в интервью газете «Егемен Казахстан» Касым-Жомарт Токаев. Кроме того, в республике восстановлен штат специалистов и усилена деятельность подразделений органов внутренних дел по защите женщин от насилия. Эксперты отмечают, общество поддерживает ужесточение ответственности за семейно-бытовые правонарушения на законодательном уровне. Время меняется, женщина меняет свой правовой статус. И сейчас очень важно, чтобы в нашем обществе формировалась новая культура, новый общественный порядок. Больше всего нужно предупреждать эти преступления. И поэтому я рекомендую в настоящее время усилить корпус по подготовке в высших учебных заведениях семейных психологов, семейных медиаторов. Наши
страны, восточные особенно, азиатские, показывают, что когда есть гендерное равенство, государство такое будет процветать. 40 миллионов тенге задолжали в Павлодарской области учащимся медицинских колледжей. Как стало известно, почти 1000 студентов получало стипендию по старым ставкам, хотя с начала учебного года она выросла на 10,5 тысяч тенге. Нарушения выявили прокуроры, которые незамедлительно внесли акт надзора. Акимат области в срочном порядке изыскал недополученные денежные средства и погасил образовавшуюся задолженность перед будущими медиками. На сегодняшний день все причитающие суммы студентам выплачены, виновные лица привлечены к ответственности, права учеников восстановлены. Тем временем, по числу ученых, Казахстан в аутсайдерах среди стран СНГ. Эксперты говорят, отечественные кадры стареют, но смены им пока нет. А все потому, что молодежь мало интересуется наукой. Для поддержки специалистов в стране даже запустили специальную жилищную программу. Об ее условиях подробнее расскажем в рубрике «По факту». В Казахстане все меньше молодых ученых. Средний возраст научных руководителей 59 лет, академиков 69. Пока смены им нет, признают в профильном ведомстве. В отечественной сфере науки работают больше 20 тысяч сотрудников. И только 40% имеют ученые степени. Это невысокий показатель для нашей страны. Именно поэтому Казахстан уже несколько лет в числе аутсайдеров среди стран СНГ по численности специалистов-исследователей. На 10 тысяч занятых приходится всего 25 научных сотрудников. Так как привлечь новые лица в науку? Для этого в стране даже запустили специальную жилищную программу. Далее по факту. Меня зовут Динара Абдирова. Здравствуйте. Сегодня в Казахстане есть больше 400 организаций, которые занимаются научно-исследовательской и опытно-конструкторской работой. Во многих из них продолжают работать пенсионеры. В региональном разрезе больше всего научных работников в Алматы, Астане и Карагандинской области. Происходит смена поколений. Большое количество ученых уходит на пенсию, а новая волна только появляется, и их рост не такой большой. Причин несколько. Одна из главных – отсутствие необходимой инфраструктуры. Во многих регионах, даже в крупных городах, научные институты находятся в плачевном состоянии. Как создавать и творить ученым, если на работе нет элементарных условий труда? Специальная жилищная программа и повышение зарплат. Такими мерами хотят привлечь молодые умы в науку. Сотрудники 53 организаций Министерства науки и высшего образования уже могут на льготных условиях купить квартиру через Отбасы Банк. За первый месяц действия программы займы на 311 миллионов тенге получили 16 ученых. Максимальная сумма кредита по программе составляет 20 миллионов тенге. Срок займа до 19 лет, ставка всего 5% годовых. Платеж получается вполне приемлемым и подъемным, даже если ученый получит максимальный заем в 20 миллионов тенге. В течение первых 8 лет ежемесячная сумма платежа будет составлять 155 тысяч тенге, а в последующие годы она уменьшится до 84 тысяч тенге. В Казахстане с прошлого года увеличили финансирование науки. Рост 3,5 раза. Общий бюджет на 3 года 643 миллиарда тенге. Вдвое повысили зарплату ученых. Средняя составляет 257 тысяч тенге, максимальная 1,5 миллиона. Но аналитики эти меры считают недостаточными. Наука должна стать частью экономики, поэтому надо развивать наукоемкое производство. Тогда у ученых будет понимание, что наука приносит прибыль. В мире этот сектор уже превратился в индустрию с финансовыми оборотами в миллиарды долларов. Необходимо также поддерживать именно молодых ученых, потому что они мотивированы. У них в силу возраста мало сомнений, и они стараются доказать свою состоятельность. Сделать науку трендом. Таковы планы профильного ведомства. Активно в стране будут повышать статус ученых и выделять больше грантов. А лучшие умы имеют уникальную возможность пройти стажировку в ведущих научных центрах мира по проекту 500 ученых. Может, так получится привлечь кадры. Это «По факту». До встречи.
января этого года солидарная пенсия в стране выросла на 9%, опередив уровень инфляции на 2%. Средний размер совокупной пенсии из бюджета в этом году составит 130 414 тенге, что на 10 тысяч тенге выше прошлогоднего уровня. Кроме того, по поручению главы государства, начиная с прошлого года, в республике приступили к поэтапному повышению минимальной базовой пенсии до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной до 120%. Минимальная с этого года составит чуть больше 28 тысяч тенге, максимальная порядка 45 с половиной тысяч. На 7% выросли в Казахстане размеры госпособий, в том числе пособие на рождение первого, второго и третьего ребенка увеличилось со 131 тысячи до 140 тысяч тенге. На рождение четвертого с 217 тысяч до 232. Многодетные семьи с четырьмя детьми получат в этом году уже 59 тысяч тенге вместо 55. С 10 детьми чуть больше 147 тысяч. Больше начислят и людям с инвалидностью. Для первой группы выплата составит 95 тысяч, для второй – 76 тысяч, для третьей – 52 тысячи тенге. Также на 7% выросло и пособие по потере кормильца. Казахстанцам, имеющим просрочки по кредитам, могут запретить выдавать новые займы. Такая норма предложена депутатами. Среди инициатив и запрет на начисление вознаграждения после 90 дней просрочки. А коллекторские агентства планируют не только ограничить в продаже кредитов граждан, но и обязать проводить урегулирование задолженности. В стране намерены снизить и процентную ставку по займам. При просрочке кредитного платежа более 90 дней предлагается запрет на дальнейшее кредитование. Также после 90 дней предусмотрен запрет на расчет пени за просрочку. Среди предложений закрепить определенную сумму, установить границы потребительского беззалогового кредита. То же касается онлайн-кредитования. Через Face ID кредитования закрепить максимальную сумму, потому что есть практика, когда мошенники берут кредит на граждан в разных банках и МФО. При залоге недвижимости у учитывать разрешение членов семьи, в том числе и детей. Коллекторов также могут обязать хранить документы должников. Срок по беззалоговым займам составит 5 лет, по залоговым – 10. Соблюдать новые правила должны агентства, которые занимаются взысканием задолженности по кредитам. Документ на публичное обсуждение вынесло агентство по регулированию и развитию финансового рынка. Таким образом, разработчики планируют усилить ответственность банков за выдачу кредитов неплатежеспособным заемщикам. Тем временем, только за прошлый год кредиты физических лиц превысили 18 триллионов тенге. Из них больше 9 триллионов – беззалоговые. Когда мы говорим про 1 600 000 официальных, например, просроченных займов, из них больше 800 тысяч, 838 тысяч, точнее, если быть, за 9 месяцев, да, это проблемные займы, которые находятся у коллекторов. Там есть тоже определенные проблемы, моральное давление там и так далее. Есть там определенные там методики взыскания. Создается определенная социальная напряженность в семье, на работе. Ну и это тоже влияет, скажем так, на тех же заемщиков. В прямом эфире вы смотрите новости. Сейчас расскажем о том, что происходит в мире. В Японии третьи сутки подряд ищут выживших после разрушительного землетрясения. Работы идут на фоне продолжающихся подземных толчков. По данным спасательных служб, под обломками зданий все еще остаются десятки людей. Число жертв неуклонно растет. К этому часу известно о 78 погибших. Подробности в нашем следующем сюжете. Тысячи солдат, пожарных и полицейских со всей Японии разбирают обломки жилых домов и торговых помещений в поисках выживших. Официально в списках пропавших без вести больше 50 человек. Многим некуда идти, их жилье буквально сравнялось с землей. Вот так со спутника теперь выглядит город Вадзима. Разрушена прибрежная зона и дороги, ведущие к пострадавшим районам. Там выгорело больше 200 домов, еще сотни получили серьезные повреждения.
Мы прилагаем все усилия для сбора информации с начала землетрясений, но из-за разрушенных дорог доступ к северной части полуострова Ното крайне затруднен. Облет территории показал обширные разрушения, включая трещины на дорогах, оползни и пожары. В пострадавший регион прибыли около 1000 военнослужащих. На место также прибыли сотрудники пожарной службы и полицейские. Примерно за 5-10 секунд до того, как я сел в автобус, который отвез меня обратно в отель, мой телефон зазвонил и сообщил о предупреждении о землетрясении. Внезапно началось довольно сильное землетрясение. Мы видели, как падает снег с крыш домов и проводов, тряслись машины. Все были в панике. В первые дни после начала землетрясения эвакуироваться были вынуждены более 60 тысяч жителей. Половина уже разъехалась по другим префектурам. В специальных пунктах остаются около 30 тысяч человек. Многие жалуются на нехватку воды. Тут нет проточной воды, нет туалета, мы не можем элементарно вымыть руки. Вместе с нами маленькие дети, и больше всего меня беспокоит, что они могут заболеть. Землетрясение магнитудой 7,6 стало самым мощным для центральной части Японии с 1885 года. Сейсмологи предупреждают, что авторшоки будут продолжаться в этом регионе около недели. В течение этого времени существует опасность новых толчков. Асель Абдыкылыкова, 24KZ. Больше 1500 жителей французского региона Па-де-Кале остались без электричества из-за сильных наводнений. Еще 2000 без питьевой воды. Причина паводков – затяжные ливни, которые привели к разливу местной реки. В регионе объявили красный уровень опасности. Сотни пожарных и военных проводят спасательные работы. Отмечу, это уже второй эпизод наводнения в Па-де-Кале за последние 3 месяца. Ущерб от стихии в регионе превысил 100 миллионов евро. При этом ремонт дорог обойдется в 50 миллионов евро. Мой дом затопило. Жить там уже практически нельзя. Спасатели эвакуируют нас в безопасное место. Это уже второй раз, как мы становимся свидетелями наводнений. Тем временем сильный шторм вызвал внезапное наводнение в Великобритании. Больше всего пострадали города Хаттерн, Шепшет и Лавбора. Вода затопила десятки домов, автомобилей и дорог. Непогода продлится в регионе еще сутки. По прогнозам экспертов, в ближайшее время такие катаклизмы станут происходить чаще. Причина – глобальные изменения климата. Полицейские Мексики спасли более 30 похищенных мигрантов. Об этом на своей странице в соцсети сообщила министр внутренних дел страны Луиза Алькальде. Людей из автобуса похитила неизвестная группа вооруженных боевиков в штате Тамаулипас, когда они направлялись на границу США и Мексики. На данный момент там наблюдается рекордный наплыв нелегалов. Отмечу, правозащитники уже несколько месяцев предупреждают о росте случаев похищения людей на границе. Тысячи врачей вышли на 6-дневную забастовку в столице Великобритании. Об этом сообщает издание The Sun. В основном это молодые специалисты со стажем до 10 лет и выпускники вузов. Они требуют повысить им зарплату на 35% и улучшить условия труда. Из-за протестов сорвано больше 1 миллиона приемов и операций. В стране растет количество респираторных заболеваний, в том числе ковид и грипп. Отмечу, это самая продолжительная акция протеста в сфере здравоохранения Великобритании. Митинги также проходят в Уэльсе и Северной Ирландии. Количество врачей в штате ограничено, очень мало медсестер. Мы устали и не видим никакой поддержки. Я считаю, что пришло время переговоров между врачами-интернами и профсоюзными организациями. Необходимо срочно возобновить работу медучреждений. Продолжаем выпуск. Почти на 200% увеличилось употребление энергетиков среди казахстанцев. Чаще всего их покупают молодые люди в возрасте до 25 лет. О том, какой вред наносят организму эти напитки, выяснила Наргиза Такижанова. Я употребляю энергетики уже больше 10 лет. Они помогают мне взбодриться в рабочее время, после сна. Ну, не так часто. Раз в 2 недели для бодрости, иногда перед тренировкой, иногда перед работой. Пью уже на протяжении 1,5 года, я без них не могу просыпаться.
чтобы утром встать и проснуться на работу? Я пью достаточно редко, наверное, в месяц 2-3 раза. Производители говорят, всего одна баночка этого напитка, и вы почувствуете себя бодрым. Уйдет сонливость, а работоспособность повысится. Но безопасно ли это? Врачи заявляют, нет. Злоупотребление энергетиками может вызвать обратный эффект или даже привести к серьезным плачевным последствиям. Специалисты бьют тревогу. Напиток только набирает популярность среди молодежи и даже подростков. По данным национального исследования за 2022 год, 43% подростков употребляют энергетические напитки. Этому поспособствовала доступная цена и большое количество реклам, говорит член комитета по социально-культурному развитию Гульдара Нурумова. Чрезмерное употребление энергетиков пагубно влияет на весь организм, а у молодых особенно страдает головной мозг. В первую очередь на развитие, полноценное, нормальное, здоровое развитие нейронной системы, головного мозга. В составе этих энергетических напитков в большом количестве кофеин, сахара, такие аминокислоты, как таурин, есть тропическое растение гуарана, витамин группы В и так далее. И вместе они такой дают мощный, такой стимулирующий эффект. Подростки употребляют его, чтобы не было сонливости, чтобы была там бодрость, да, продлить бодрствование. Все это дает лишь кратковременный результат, а вот риски для здоровья порой несут долгосрочный характер. Это не только заболевания сердечно-сосудистые, но и нарушения репродуктивной системы. Сейчас вот Министерство здравоохранения продвигает инициативу по запрету продажи энергетических напитков лицам до 21 года. Почему, в связи с чем это связано? Вот если вы зададитесь вопросом, почему, например, запрещают продажу табачных изделий, алкоголя, да, именно лицам 21 года. Это же норма не с потолка взята, это взято в связи с анатомофизиологическими особенностями развития подростка, подросткового мозга. Вообще мозг подростка, он завершает свое развитие к 21 году. В первую очередь производители говорят, что данное ограничение приведет к убыткам в бизнесе. При этом пострадает не только производство напитков, но и второстепенные предприятия. Первое, что это приведет к сокращению, да, производства. А у нас есть не только производители основные, да, напитков, у нас еще сопутствующие отрасли. Например, производство упаковки. У нас есть производство, например, сахара тоже. Есть еще дистрибьюторы. Это большое количество малых предприятий. Они зависят тоже от основных производителей. А у нас основных производителей не так много. Конкуренция очень высокая со странами ЕАЭС. Сегодня идет активное обсуждение введения запрета на продажу энергетических напитков лицам до 21 года. Данный законопроект будет рассмотрен Мажилисом и направлен в Сенат. Наргиза Такижанова, Багдад Каиркен, Серик Конурбаев, Астана 24 KZ. В ряде стран мира на продажу энергетических напитков ввели ограничения. Где-то их и вовсе запретили. Например, Соединенные Штаты одними из первых ввели запрет на напитки с высоким содержанием кофеина и алкоголя. Решение власти приняли из-за широкого распространения случаев отравления. Аналогичный запрет на законодательном уровне действует в России. Уже больше года выпускать и употреблять бодрящие напитки нельзя и в Молдове. Парламент страны пошел на такие меры из-за растущих объемов потребления. Некоторые страны установили свою безопасную норму содержания тонизирующих веществ в напитках. Так, в Канаде напитки не могут содержать более 180 миллиграммов кофеина на порцию. Это 24 KZ в прямой эфир. 125 лет в этом году исполняется со дня рождения Каныша Сатпаева. Важность этой даты в своем интервью изданию «Егемен Казахстан» отметил глава государства Касым-Жомарт Токаев. Отмечать юбилей первого казахского академика в республике планируют масштабно. В Сенате парламента даже разработали общереспубликанский план по проведению юбилейных мероприятий. Ербол Абишев расскажет подробнее.
Каныш Сатпаев родился в Байнаульском районе, поэтому большую часть юбилейных мероприятий планируют провести на родине первого казахского академика. Там построят мемориальный комплекс и обновят музей светилы казахстанской науки. Его именем также назовут научный центр в Астане. По подсчетам ученых, только в Улутау и Казгане сосредоточены запасы меди на 200 миллиардов долларов. А если учесть богатые нефтяные месторождения в Мангистау и Атрау, тоже открытые Канышем Сатпаевым, то можно уверенно сказать, что он внес огромный вклад в будущее Казахстана. Научное открытие Каныша Сатпаева сложно переоценить. Известный на весь мир геолог когда-то настоял на строительстве канала Иртыш-Караганда. Сегодня это грандиозная искусственная водная артерия, обеспечивающая водой центральный Казахстан, названа его именем. Эта инициатива и настойчивость столь незаурядной личности позволила поднять экономику полупустынных регионов страны. Вдоль канала выросло множество населенных пунктов и процветает город Экибастуз. Я считаю, что с именем Каныша Сатпаева связана история развития казахстанской промышленности. Каныш Сатпаев доказал всему миру, что Казахстан богат полезными ископаемыми. Почти всю таблицу Менделеева он нашел на казахской земле. А еще он был известным фольклористом и собирателем устного народного творчества. Каныш Сатпаев внес огромный вклад в этнокультурное развитие своего народа. Только лишь эпос о Батыре Едыге оставил важный исторический след в истории казахов. На счету Каныша Сатпаева больше 600 научных изданий. Юбилей Каныша Сатпаева будут отмечать масштабно и повсеместно. В честь него снимут документальные и художественные фильмы, а имя великого ученого присвоят школам, колледжам, а также аэропорту Павлодара. Ербул Абишев, Даурен Кошкарбаев, Марат Игликов из Павлодара, 24KZ. Первую библиотеку для незрячих и слабовидящих жителей открыли в области Улутау. Специальный кабинет заработал на базе областной универсальной библиотеки. На шрифт Брайля перевели уже более 20 томов. Специалисты намерены увеличивать книжный фонд для читателей с особыми потребностями. Пока в библиотеке только 10 читателей, которые освоили тактильный шрифт. Для остальных есть аудиокниги. У нас предусмотрена вся инфраструктура для людей с особыми потребностями. Организованы тактильные книжные уголки. Созданы все условия для въезда, выезда и передвижения наших читателей внутри библиотеки. В дальнейшем планируем пополнить количество аудиокниг. Вы смотрите новости. Сегодня на нашем канале выйдет в эфир документальный фильм о январских событиях. Начнется он в 20:30. Не пропустите. Январь. Начало 2022 года. Казахстан всколыхнуло самое трагическое и кровавое событие за всю историю независимости. В историю этот период вошел как заранее тщательно спланированная попытка масштабного государственного переворота с целью захвата власти. Мы внимательно изучили и тщательно проанализировали все обстоятельства и факты, документы, фото, видеоматериалы, свидетельства очевидцев. Мы представим буквально по дням и по часам, как развивались события на улицах, как и когда принимались ключевые решения, каким образом был преодолен кризис. И в завершении выпуска о погоде. Туман, гололед и метель прогнозируют синоптики в Казахстане. Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах. Жители севера, центра и запада республики метеорологи предупреждают и о порывистом ветре. По данным Казгидромета, неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются сразу в трех мегаполисах – столице, Шымкенте и Алматы. Погода без осадков сохранится лишь на юге и юго-востоке страны. И на этом пока все. Следите за развитием событий вместе с 24KZ. До встречи.